Казахстан побил рекорд в экспорте масел. Поставка на внешние рынки в первый месяц нового сезона составила больше 9 тысяч тонн. Такие данные озвучили на международной масло-жировой конференции Казахстана «Казойл-2018». К слову, половина всех экспортных партий растительных масел пришлась на подсолнечное. Его объем за сентябрь составил 4,5 тысячи тонн. Это в два раза больше показателя прошлого года. Охотно покупать казахстанское подсолнечное масло стали в Таджикистане и в Узбекистане. Удачное начало сезона отмечают и экспортеры льняного масла. Его поставки составили новый сентябрьский максимум – 2,6 тысячи тонн. Весь объем был закуплен Китаем. В эту страну отгружено также 100% всех экспортных партий рапсового масла. На сегодняшний день Казахстан резко может увеличить как производство подсолнечника, так и производство рапса, то есть производство льна, естественно, да. Большой интерес вот со стороны Китая и в свете торговых вот этих вот войн между Соединенными Штатами Америки и Китаем, это, безусловно, дает, скажем так, шансы на развитие нашего рынка, да. То есть, ну, вот это основная, как бы, цель этой конференции – понять, где мы находимся сейчас, я так понимаю, и какие у нас перспективы, куда нам двигаться дальше.